Мама дорогая. Давай, давай. Хватай ее, хватай. Держи ее. Если что, стравливай. Крючок возьми сразу под сдень. Ну что ты сразу? Спускайся, что ли? Возьми крючок. Вот это, вот это, вот это щучка! Я сняла ее! Есть! Щукенция. Прилип. Тихо, покал. Тихо. Дармоеды, да? Ага, понюхаем тебя сейчас. Сохла, видите, как она? Давай, давай, посмотрим сейчас. Вот она. Вот это красотка. Утренний. Хорошая щучка утренняя. Да. Красота, красота. Красота. Полезай в пузо. Да, вот Анечка уже вторую вытянула за утро. Будни рыбаков. Третий день отдыха в тайге. Глубоко в тайге мы забрались. Вот, Анечка чистит жерлице. Обед твой пришел. Вичи, может, почистишь? А то лень что-то щучку чистить. Завершающий день рыбалки. Хочется поймать еще лучше. Но это бывает не всегда. Кусачая щука. Кусачая щука, да. Душечка наша. Стандартный размер нынешнего озера. О, ну вот и рыбалочка завершается. Как говорится, на позитиве. Рыбалки на оби. Это прекрасно. Подъехал на 2 секунды. Думаю, дай проверю, просто прочищу. А она там такая тяжесть. Вот. Просто офигенно тяжелая идет. Yeah.
сюда ест. Ну что ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это есть заусик просто такая. Такая жирнющая. Красавица вообще. Покажи, как взялась. Да просто вот заусик едва-едва. Я чувствую, что прям что-то такое невозможно. Вот. Вот так. Ну, Вальдемар, ты молодец. Вообще просто. Вообще, что ты зеваешь? Тут я чугу тащу большую. Вытащил. Она весом с тобой. Круто. Я такое тяжелое что-то здесь, друзья. Просто огромное. Надо пищевать. Так, входит. Так, пишней давай. Возьмем вот так. Сейчас. Нет, наоборот, другой стороной. Нет, другой стороной ты поранишь ее. Да нет, я. Подожди, вот тебя давай уж на толпу. Давай там. Давай попробуем. Нет, подожди, подожди, Катя. Так, потому что место. Подожди. Крокодил. Ничего себе. А напоследок я скажу. Это завершающее на сегодняшнюю рыбалку. Ну, блин, красотка. Ну, ты заставила помучиться прям. Вообще. Вот это удачная рыбалка. Мы едем домой со счастливым адреналином, со счастливым хорошим настроением. Просто прелесть. Классно. Да, конечно, конечно. Мы возьмем. Сейчас поплывем. Да, поплывем домой. Поплыли, друзья. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. И смотрите наши красивые адреналиновые рыбалки. Пальчик вверх, не забывайте. Всем пока.